Улица Институтская, Буча. Сейчас проедемся. Буча. По улицам Бучи. Отъезжаем от Центрального парка. Смотрим, да. Большой парк. Да. Очень красивый. Вот вывеска Бучанский мистический парк. В принципе, отсюда мы просто немножко как ехали по этому. Все. Выезжаем. Погнали. Вот так выглядят улочки Бучи. Чем не хуже Ирпеня? Ничем. Даже может и чище, чем Ирпень. Старая Буча, новая Буча. Здесь очень много Буч. Сейчас нам налево, в направлении Киева. Здесь такая развилочка. Ноус, кстати. Да, ноус у них здесь. Мы едем в Ашан. Она Варшавка пересекает. Направо Бородянка, налево Киев, прямо Буча. Опять-таки здесь новое покрытие, очень приятное. Ходит очень много маршруток на Киев из Ворзеля, из самой Бучи. Дальше присоединяется Ирпенская, Ирпенские, потому что там 392 от вокзала, плюс еще
на оболонь какие-то там идут, не знаю, ни разу на них не ездил. Они вывесили здесь американский флаг, непонятно. Ну а дальше прямо уже идет Гастомель и выезд. Вот такая она буча.